Ну, ТРСК, если засечь, сколько мы сейчас проходили, сейчас скажу. 20 минут. ТТГ тоже там 25 минут. Это прям без вайпа, быстро. С пару вайпов, 1-2 вайпа, 40 минут, может. Да похуй на 8 кдпс поебать. Там эти тапки на пал нужны были кому-то еще? Нет. Ну, они, короче, кал. Ну, блядь, да. Если... С ТТГ же там какие-то, да, идут латные? Да, да, есть. Нет, там латных нет, там кожаные, либо кольчужные. Кольчужные, вот, у меня на мне кольчужные. С бонусом. И, короче, по статам вообще чуть-чуть отличается. Ну и чё ты? Были 284, я посмотрел на тебя. Чё, отменить тебе или чё? Ну я тебе отдам обувь. Да нахуй давайте. Давай мне, я распалю. Кому? Для дринка. Давай. Так, все, сумон вижу. Можешь на это себе там... Давайте всех до сумоним, мы пойдем быстренько чистить. Чек на ОФК. Блять, я здесь, я не успел. В смысле, отсутствовало время проверки? То пизда нахуй. Я даже не дал мне нажать, блядь. Я тоже не успел нажать. Ну да, ты что-то забагалась, наверное. Сейчас еще раз попробую. Можно я буду в ред таки? Люблю щиты похилить. Сейчас посмотрим, блядь. Сейчас посмотрим. Мне а еще... можно я буду в вагоне? Бля, я бы тоже повагонился на самом деле. В вагоне. Ну я и сам в каком-то роде вагон. Бля, я бы тоже на элеме повагонился. В каком-то роде, блядь. Своего. Бля, нормально у тебя там элемент? Элем-то у тебя нормальный еще. И говорит, ты сам своего рода. Я сразу этот мем вспоминаю. А почилить можно? Который этот... Своего рода ученый? Батя, да, этого нахуй. С Человека-паука, блядь. Да-да-да. Сука, такой ебал у него протокольный, это пиздец. Видели мем, где он там в одной руке там бутылку держит, в другой сигу, или как, ну, такой пробуханный, где-то его сфотали, там, блядь, это вообще пиздец. Вася сина держит в руках. Да, да, что за такое? А морда пропитая, пиздец. А потом там, короче, со всяких игр, то со сталкера, то еще откуда-то его понапихали туда всякой хуйни, блядь. Да, там вот первый день я вам стал, блядь. Это пиздец. Все суманулись нахуй, я не знаю, ну ладно, хуй с ним. Вопрос такой, вары и история, вам руки кожаные надо? Нет, забирай. Ну все, вот и порешай. А дроидов не спросил? Да там нету котов. Нафиг они нужны? Там котов там нет. Одни РДД. Может, что рависну, я не знаю. А чем теперь побочный запах? Мишка. Ой, есть. На руке. Мишка есть. Ну, если чарки на ней нет. Надо добавить и убрать, поставить это Т4 плеч назад. Дисгрессии да только нету. Дисгрессии тебе сумон был, нет? Я сам пришел. Все понятно. А Равис следующий по запам? Чтобы вопросов не было. Я хуй знает, я Равис там, да, вопрос. Ну, так... Если с ТТГ не выпадут, то... Блядь, вот такие интересные... Это единственная альтернатива. Вот смотри, я сейчас тебя отниму, и мы спросим, у кого... Но он... У кого... Я же не знаю, кто там был второй. Давай, Лёха, вот заново. Сейчас экзорцизм 16, на. Вот смотрите, кому нужны запы, с РС выпали запы, вот Биг Дэм отдал Рависту. Равист, получается, выше Рависта Хэлла, его дикон только, не, ну им, наверное, не надо. Запы тканевые, точно Рависту, да, ну и все тогда у него. На 150 жал. Так, хорошо, тогда кто за 100% заберет запы? Давай так. С ТТГ тканевые запы, прием, 100%, 300 ГП. Я забыл просто, что у меня запах. Слышишь, так фетиш поменяли в итоге или нет? Так, да. Тогда, но, тогда за 50... У меня на нем пишется до сих пор 15%. Да, он, так это, наверное, на этом, X2. За 50% да. Запы с РС-ки выпали сейчас тканевые. Кто забирает? 150 ГП. Равис, за полтинник, да, забираешь? За ноль заберу на распыл. Так, все, рви за полтинник тогда. А то вдруг там кому-то надо за 100, кто ниже его. Ну, там всякие судороги там. Давай вот так тогда. На Эршаму? Ну,
Бля, а уже на холле паладина давайте бы это будет игра. Хуёво они нарешили. Но... Не, нормально, только что брони мало нахуй. Ну да, да, да. Хули, ткань с то, ёпта. Чё, у нас два танка? Прикольно. Так, на связи, давай в ДД. Это, с прошлого рейда все помнят, да, расстановочку? РДДшники. Третья пати ближе к дверям, четвертая пати ближе туда, к центру комнаты, и хилы между этими двумя патями. Вот эту хуйню. Сейчас по хилам посмотрим, кто в кого спекнется. Так, первая, вторая пати с темным дебафом. Так, потом кто у нас? Не люблю в ШП. Так, и... Так. Инсика в ретрике. Давай, в ретрика. Так, а кто у нас там еще? А, и на связи. У нас полная пачка, значит, все остальные. Значит, это... Все остальные, значит, ну, на связи и инсика. Вы со звезды начинаете. Вот. И первая, вторая пати. Это 12 человек. Остальные 13 человек. Вы все с кружка начинаете. Ваша позиция там. То есть хилы. И Неола Холи ДЦ. Так. Смотрите, и Неола Холи ДЦ. Это самое. Кто с вас тут был, кто не был? Шектор был. Влажный тоже, я не помню, был, нет? И Неола Холи ДЦ. Хуярарник мажор. Холи ДЦ не шаришь вообще. Смотри. Туда, в угол комнаты убежишь. И смотри, тут под зеленой меткой нельзя двигаться. Двигаться нужно только, когда случайно нужно выйти. Вот туда примерно в сторону треугольника убежишь. И там стой, смотри, что люди делают. Вот теперь как что делать. Вот, например, на рарнике. Вот для миликов, если кто-то с миликов тупой есть. Вот на квадрат смотрим. На РДДшниках смотрим на водикона, на звездочку. В какой момент именно выбегать, выпрыгивать с луча. В какой момент двигаться и в какой не двигаться. Вот. Смотрим на них. Вот ты, в частности, этот Холи ДЦ, смотришь за поведением водикона. Ну, близко к людям не стоит, так как на тебе будет гейзер. Гейзер на тебе будет, ты там первый раз. Ну, первые два гейзера можно себе просто щит дать и все. А так стой, смотри, что делают люди. Ну и это, к противоположному цвету меток нельзя подбегать. То есть примерно наполовину комната делится, и друг к другу нельзя подбегать. Все, давай попробуем. Big Zem. Все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это кто-то говорите там, потому что я, ну, только стену вижу, я вас не вижу нихуя. Что-то такое там, не знаю. Поочередность взрывов, например. А что там говорить? Ну, по очередность взрывов, например. Вот сейчас гейзеры, допустим, на миликах будут. Следующие на РДД, то есть подготавливайтесь. Что-то такое. Можете не говорить нихуя, типа, ну, как сыграет каждый. Можете и сказать. На миликах гейзеры, сопротивляйте, эти милики, браться. Берегитесь. Бичи получают. Бабла на скину. Гейзера. Ой, хуёво всё тут. РДД. Берегитесь. Я смотрю, там дохуя уже лежит. ШП один вынеси. Ложимся. Значит, надо рассказывать нахуй бичам. Расскажи, пожалуйста, Инсика,
Инсика, Холи ДЦ, влажный, как вы сдохли? Ну, на мне была метка, мы стояли что-то втроем, блядь, потом все убежали. Ну, я могу предположить, что у Инсика нету чарки на 12% скорости передвижения. В смысле? Я выбежал, блядь, я вышел. Я умер от того, что меня не сбежали, на мне была метка. Сука, а ты мне расскажи, братан. У тебя класс... Кого фонит, блядь, так жестко? Ровист это... Брателла, блядь. Знаешь, я мог нажать бабл, блядь? Мы стояли втроём. Теперь будем тактику расслушать, нахуй. Холи ДЦ, навостряем уши, блядь. Кто тактику не знает, у вас перекур, блядь, 2-3 минутки, нахуй. Кто знает? О, пойду кофе попью. Давайте, все, значит. Пойду кофе сделаю. Все, кто ВИЧ, кто умер сейчас, все остаёмся и слушаем. Значит, значит, смотрите, на боссе с пула вешаются метки, зеленые и фиолетовые. Значит, на тех, кто рядом с собакой стоит, у звездочки, на них вешаются фиолетовые. На тех, кто далеко от собаки, в кружке, вешаются зеленые. Эти метки по-разному играют. Фиолетовые метки, если не будут двигаться, то будут каждую секунду лутать стак оплетения. На третьем стаке они ловят стан. Это чревато вайпом. В кружке зеленые метки, они... противоположную хуйню играют, то есть им наоборот нельзя двигаться, то есть если они бегают, то они ловят стаки, но стаки там уже зеленые, по-другому называются, но там вместо стана будет дезориентация на 5 секунд, это тоже чревато вайп, то есть вы не выбежите из гейзера и так далее, и будет вайп. Дальше, значит, у босса три способности. Первое, она кидается на метки поочередно, то есть на те и на другие, ну просто пульсация, которая появляется, исчезает, просто 500 урона вокруг на 8 метров. Либо на зеленой, либо на фиолетовой метке. На всех метках. Вот. Это урон просто прохиливается. Вот. Дальше есть гейзер. Это появляется кольцо под ногами. Все сейчас видели такое. На нем сдохли, влажные, сики. Там все. Ну, помимо метки еще. Вот эти вот гейзеры. Гейзеры тоже 8 метров вокруг. 15 тысяч урона наносится. Вот. Если в одной точке два человека стоят, то это уже будет 30 тысяч урона, так как там два кольца. Под каждым человеком будет появляться эта хуйня. И они чередуются. Самое главное, чего вы не должны захать, это вот эти кольца. Вы должны стоять так, чтобы... Вот, допустим, я вот такой стою, да? Вот на мне черепок. Я такой стою. И, ну, и одно дело, если я вот тут вот посреди рейда стою. Я начну бежать, а тут вот кольца будут. Вот тут, там, слева, справа, со всех сторон кольца. Я вот тут вот сдохну, нахуй. В трех кольцах, блядь, дамаг. Просто не убьет. А нужно стоять так, чтобы вы где-то с краю от людей были. Вот здесь, допустим, я стою. Тут у вас в центре появились кольца. Мне похуй на вас. Вы сдохнете, мне вообще похую. А я вот так тут два прыжка сделаю. Все, я уже выбежал своего кольца. И дальше буду босса бить и убью его. Вот вам всем, 25 людям, нужно так же сделать. Что зеленым, что фиолетовым меткам. Значит, конкретно маги, блинк. ШПшники ножками. Потом что, на связи, ты вообще в ромбике тусуешься? Вот как ты пошел в ромбик, так там и стоишь. Какого хуя ты сдох от гейзера? Я вообще не вкуриваю. Стоишь и смотришь, что делают люди. Почти вылезу я с него. Это. Значит, дальше. Помимо этой хуйни есть метки, такие над головой появляются значки, как стрелочка на вас. Они могут быть либо зеленые, либо фиолетовые. Эти метки висят 8 секунд и потом взрываются. Вокруг на 8 метров взрываются они на 70 тысяч урона. Если там стоит один человек, он получит 70 тысяч, сдохнет. Это эвейдят маги с глыбой. Паладины с баблами. К ним не сбегаются. Остальные, ну и шпшники с тучкой. К ним не сбегаются. А остальные, сова, хил какой-то, шаман. Если на нем такая меточка, то в него должны прибежать 3 человека. 4. Когда эта хуйня взорвется, появится лужа. С нее надо выпрыгнуть. Надо захилиться. Нихуя сложного в этом нет. Дальше встать и не двигаться, чтобы скидывалось так, если это зеленых. Если фиолетовый, дальше двигаться. И еще. Есть лучи. Как с лучей выходить? Покажут звезда и покажет квадрат. Еще раз объясняю. Тем, кто тут первый раз, нихуя не делайте и смотрите, как двигаются эти две метки, блядь. Либо если они хуево двигаются или сдохли, смотрите на других. И дальше. Здесь вайп может произойти из-за того, что вы словите конфликт стихий. Конфликт стихий — это такая хуйня, когда вы с одним цветом, зеленым или фиолетовым, ловите противоположный цвет урон.
Это, ну, выглядит как? Вот я стою такой зеленый, РДД, бью спокойно собаку. И такой решил, блин, кануться в милизона. Вот тут стоит чели какой-то с фиолетовой хуйней. Вокруг него пульсация 500 урона. Я один раз этот урон получил фиолетовый, я зеленой меткой. И на меня вешается конфликт стихии. Это 5-секундный дебаф, который дамажит каждую секунду по 5000 урона. Но не только по мне, блядь, а по всему рейду сразу. И это шот и это рейд весь. Это никто не успеет захилить. Вот это говно нельзя ловить. То есть, если вы с фиолетовой меткой, вам нельзя ловить зеленый луч, зеленую лужу, зеленую пульсацию, зеленый гейзер. К зеленым людям нельзя подходить. Понятно? Вот эту хуйню нельзя ловить. Это первое. И второе, нужно выбежать с гейзера. Это третье. И четвертое, и пятое, и шестое, это значит, нужно сбежаться к челикам, если у них нет бабла, блядь. Если у них, сука, бабл есть инсика, надо просто отбежать и сказать, отбегите от меня, блядь. К инсике не сбегаться. Вот на него крест поставлю, нахуй. У него бабл есть, блядь. Если бабла нет, он скажет. Сектор то же самое. Блять, надеюсь, хоть что-то понятно. Коли ДЦ, понятно что-то? Босс сложный. В этом боссе вас за ручку никто не поводит, как в комнате на Личе. Здесь вам каждому надо выбежать с гейзеров. Гейзеры взрываются через 3 секунды. Кольцо появилось через 3 секунды, имейте в виду, нахуй. Если вы оттуда не блинканулись, не выбежали, не сделали 2 прыжка, все, пизда вам. Ну, дамаг вас убьет. Ну, кроме того, на боссе soft enrage есть. Ну, нарастающий enrage. Метки, которые на нас висят, они стакаются. То есть сначала там по 3, по 4%, по 6, 10% урон увеличивается. Потом уже, когда мы минутки 2 его побьем, челиков 15 будет лежать, нахуй. У нас вот эта пульсация будет не 500 урона носить, а 5000, нахуй. Ее не захилят, и уже все сдохнут. Ну все, давайте попробуем. Надеюсь, это помогло кому-то. Рыбу поставь. Ставлю рыбу. Еще раз напомню, если вы нихуя не понимаете, что происходит, постойте, сука, нихуя не поделайте. Посмотрите в стороне, блять. Один трай вам дается. Можно мне в стороне посмотреть? Да можно, можно, ладно, чтобы не сдохли мы. Дает чё? Да бафы дайте, блядь, какой отчёт там. Ну быстрее, нахуй, давайте бафы. Или вы дрочите. Там говори, Биг Дэм, потому что я стену только вижу. Типа, вот на связи сдох, как, нахуй, я вообще не могу вкурить. Бля, я притяжку кнопкой нажал. Так а нахуй ты что-то жмешь? Я тебе сказал, встань и смотри, блядь. Зала. Смотрите, сейчас будут гейзеры скоро. Вот они, милишники на вас. Следующий МРТДшник. А, инсика, я даже забыл. Блядь, ты посмотри, где я... Всё, тихо, нахуй, лучше не пизди ничего. Выбежал. Пизду, не говори. Пошли? Ничего, нахуй. Сдох, лежи, блядь. Я думал, ты хил. Хорошо, что ты ретрик, блядь, беспонтовый. Все. Беспонтовый, никому не нужный ретрик. Сейчас давайте готовимся. Сейчас будет эти... обстрелы. О, обстрел пошли, и сейчас надо будет выбегать из этих... из гейзерков. Красавчики, выбежали. Вихрь жму, блядь. Норовист, ХВ, это пиздец. Вихрь жму что, блядь? Хули ДЦ, ты стоишь вообще, зажимаешь просто народ. Ну. Хули ДЦ, ты вообще не стоишь. Отойди от людей, не мешай людям бегать. Смотри, как они играют. И щитуй при этом, кого достаешь. Сейчас на миличника и гейзера. Были уже, да, вроде? А я проебал, продолжу. Значит, скоро на РДДшников будут. Там ебаные кости эти, нахуй, я ебал, нахуй. Кости. Да собака будет, она их будет обходить, нахуй, надо как-то по-грамотному сделать. Ну захильте миризону, нахуй, ну мы сдохнем так. Гимн кастую, братца. Кастую гимн. Поздно уже, нахуй. Обстрел, смотрите. Сука, я успеваю в обстреле каст сделать и выдержать. Сука, каст сбил, пидор, блядь.
Что мы типа добиваем, да? Что ты имеешь в виду? Поподробнее. Что? Я имею в виду босса 2, я думал, падаем уже. Вот ты что имеешь в виду. Да, падаем. Я ебал такую хуйню. Две коллеги бьют, нахуй. Когда падаем, мы сбегаемся все в одну точку. Вот пошли все вместе, сбежались, подъебало собаки. И сдыхаем от конфликта. Не, там можно было, нахуй, но хилы сдохшие все. Смотри, гейзеры красивые какие. Что, нихуя не ясно, да? Еще учатся, хули делали. Ну вообще, нахуй, вайпас до тех пор, пока все 20 человек, 25 человек живые не останутся в конце. В натуре, круто придумал. Вот инси-ка нахуй, ну если ты сдыхаешь, почему вот 7000 дпс, нахуй, а тут даже говорить не о чем, блять. Вот, блять, почему вы не можете понять, нахуй, вот, сука, этот, вот вихрь жму, нахуй, вот ты конкретно, белая хуйня тебя убила, да, под боссом, правильно же я вижу? Просто чистая, вот да, а почему, сука, почему она тебя убила, что у тебя не хватает, почему тебе отбежать не получается или что, ты вот объясни, почему, написал, блядь. Написал, это заплакал. Так это понятно, слаг, так этого, сука, не должно быть, нахуй. Хилы там как слаг, отдыхают. Слаг. Холи ДЦ, ты врубаться начинаешь? Лакеры. Холи ДЦ, ты не старайся один стоять, ты встань со всеми, чтобы ты не зажимал других людей. Вот ты встал сзади, мы выбегать начали, и получается два этих гейзера словили. Да какой вихрь, нахуй? Ты смотри, ну он появился под ногами, ты с него выбегай, блядь, ебаный в рот, не стой, блядь, не дрочи, блядь. На Легород там, пойдем на Легород. Подбегайте быстрее. Только на Легород. Завязывайте, нахуй, с этой хуйней, блядь. На связи ты вдупляешь там, как я танчу, смотришь хоть? Ты вот сдох смотрел хоть, что, как я делаю? По-моему, я тебя в десятке учил, не? Кто помнит? Ты помнишь, нет? Ой, блядь. На связи ты тут? Да-да-да, я здесь звонил. Ты смотрел? Я этот мискликнул просто этот притяжкой. Нет, не мисклик, ты это самое. Ты понимаешь, как я тачу, что делаю, зачем, почему, да? Ты видишь? Вообще не вот... честно говоря. Так, я блядь, говорю, вот сейчас встань, вот сейчас спулим босса, словим метки, встань в ромбики, прыгай и смотри, что я делаю, блядь. И запомни, нахуй, эту хуйню. Ничего не делай. Не жми ничего, просто прыгай и смотри, блядь, понимаешь? Я от тебя чего прошу? У тебя шанс научиться эту хуйню. Тебе надо это самому танчить. Я танчить и ГП давать одновременно не смогу, блядь. Имейте в виду, блядь, сейчас охуеете вайпаться. Или нахуярю ГП... Всем, блядь, кто просто сдохнет под гребенку под одну. Так, а чё отдаю? Сейчас будем кай ещё. РДД следующие в мире будут, знаете. Вот злобный нахуй. Боли ДЦ. Да я сдох за гейзером. Я это, блять. Вот сейчас что это, минус 3 нахуй? Это что, блядь? Метку мы собрали, и нас пульсация просто вот половину... Вы умрете. Падаем. Вы что, совсем конченые, блять? Берегитесь. Злобные, ну как так, нахуй? Ты мне объясни. Ты что, выбежать не успеваешь? Или у тебя лагает, блять? Войт, отойду на минуту, холи дринк. Холи ДЦ, почему нахуй? И конфликт кто словил вот до этого, блять? Кто видел, нахуй? Ладно, ясно, нахуй, сейчас я буду стоять. Сейчас будет кто-то другой танчить, нахуй. Или рарник, или кто, блядь. Сука, сейчас я выйду, блядь. Заебало, нахуй.
Вы что, сука? Ну вот, я понимаю, Холи ДЦ тут первый раз. Остальные вы чё, блядь, дрочите или чё, нахуй? А чё, кстати, ПС, а не в рейде? Выпускай Кракена. Вот, ну конечно иду, я сказал, я в 10 буду, ровно 10 я пришел. У вас уже тут пиздец. Я же говорил, мы за час рано заканчиваем. Да вас не хуёво тебя слышно. Это, кто-то это, почилить хочет пойти? Да. Кто? Я могу. Хэрин. Вот, не люблю щиты. Не люблю щиты, блядь. Люблю щиты, портуйся. Дайте ему портал Долоран. Пэса... С чем ты два ДКшника? Этот... Порт в дверях стоит. Выйдите, два тела сбегайте, суммоните ПСа к инсту. Этот. Давай, сейчас я чилить буду, нахуй. Ну кто? Ну, блядь. Я не знаю, на связи спекать. А, хукмастер же танчил, ебать. Сейчас ты будешь опять выручать. На связи, тебе задача затанчить десятку. На КД, чтобы ты точно знал всю тактику. Все обилки боссов. Давай, хукмастер, в танка. Я буду прыгать как долбоёб, просто смотреть на вас. А ты будешь танчить. Сейчас будет... Блин, с таким успехом я тут могу на мага зайти, хоть вот и полутать, блядь. Как долбоёб попрыгать. Да. Так-то, блядь. Так, не люблю пока кикнуть, а потом на замену плюсанёшь. Вы смонули там ПСа? Объясняю, блядь. Смерть на гейзере, ГП. Смерть под собакой, кружок белый, ГП, блядь. Конфликт, ГП. Что еще ГП? Смерть в метке. Смерть в метке, ну это уже разбираться будем. Либо по видео. Ну, остальные спорные ситуации, что мы сейчас обсуждать не будем. Мы будем смотреть видео. И еще раз напомню. Я каждый, блядь, неделю вам говорю. Скачайте Вуду. Напишите туда все способности босса, чтобы вы видели, что на кого вешается. Сука, если вам это похуй, будете хуярить ГП ловить, нахуй, за всю хуйню, за эту. Все, там челики бегут, уже рыба стоит. Значит, сейчас с фиолетовыми меткой. Первая, вторая, и также на связи, и также инсика. Инсика, лучше прыгай в ромбике, нахуй. Потом где-то 7к ДПС дашь, когда уже гейзеры пройдут на фиолетовых. Все, фубав. Сейчас танчит хукмастер, внимание. Он сейчас танк. Я попрыгаю, посмотрю. Так, проверка. Хайрина. Ну давайте, ебать, тут их убить. А куда он убежал на связи? На связи. Подойди сюда поближе к нам. Как слышишь метку, уже тогда туда пойдем. Дай отчет. На хукмастера. На хукмастера. Так, все, двигаемся. Штрафники, не вижу вас тут. Сика где-то. На связи, иди ко мне к ромбику. Ждем на компьютере гейзера. Скорее всего, РДД будут. Могут у нас быть. Вот, на миликах. Просто вышло. Нихуя сложного. Берегите. Вот метка. Отойди к стене с ней. Просто сдохни. Отойди от меня. А, не сдох. А, ты танк же, да. Все, выйди с нее. Нормально. А, ты в ДД. Хукмастер, там не забывай. Вот или умрите. Что, ты совсем тупой, блядь? Я за хукмастером следил. Как бы как танчить. Но это не обратил внимания. Конфликт ПС, я так понял, падаем.
Это пиздец, ребята, нахуй падаем, ложимся. Вы... Она еще, ребята. Вы умрете. Бравай, батрят. Нихуя смешного нету, нахуй. Парам-парам-пам. Ты где был, когда я рассказывал? Ты слушал хоть, что происходит вообще? Каждый раз. Ты на лучах, вот я метки на людей ставил, на Рарника, там, на Вадикона. Ты смотрел, как, в какой момент надо с лучей выпрыгивать? Вот ты вот сейчас просто стоял, луч в тебе появился, ты просто стоял и сдох. Вот как ты это, ну, на связи, вот конкретно, ну, почему так? Я вообще все внимание хукмастеру уделял. Ай, бля, понятно. Тебе, ну, я не знаю, я даже не знаю, что с тобой делать, я не понимаю, блядь. Ну, ты сказал, посмотри, как танчить. Ну так, а хули толку? При всем при этом, блядь, ну, ты думаешь, поезда надо ловить, да? Когда я говорил, что надо смотреть на метки, чтобы с них выпрыгнуть, с этих лучей. Их нельзя ловить, блядь, ты взял сдох. Пизда, это вообще, ну, я не знаю. Я думал, не столь важно, умру я или нет, потому что когда была у меня метка, ты мне сказал, иди к стенке умирай. Я не знаю, у тебя вообще желание есть какое-то раздуплиться, понять, что здесь происходит? Ты в десятке-то был вообще? Я не помню, вроде ты был. Ты сказал, иди к стенке умирай. А теперь я на этом умер. Да, это а сметка, вот. Это сметка. Ты выжил, блядь, ты не умер. Потом лучи появляются. Твои действия, ты стоишь просто. Пиздец. Это ну, пиздец. А я умер, разве другим что-то не изменится? Все, в пизду, не смотри на танка, смотри на меня, на черепок. Слышишь, еще такой нюанс. Ты не успеешь посмотреть. Да хули не успеешь, блядь. Чего? Такой нюанс. Милики, блядь. Кто не паладин, блядь. Выходим с меткой к танку, нахуй. Не надо срать, блядь, в рейде. Ну да, кстати. Чтобы не было такого, что везде вступить негде. Ах вы засранцы. Есть там кто-то на замене, нахуй, ДД какие-то? Нету замены, нихуя, нахуй. Ранник готов. Иди в кружок важный. Рарник. Ну пиздец, блядь. Ебать весело, нахуй. Все готовы, даю отчет. На пул на хукмастера. Пошли сразу со мной на связи, блядь. Двигайся постоянно. Можем потренироваться с тобой, смотри, встать вот так к стене, иди встань вот так, пяпяться. Видишь, не стакается баф. Просто ходи. Так я танчу босса, блядь, чтобы ты понимал. Пошли, прыгаем. Смотри на рейд, что происходит. Вот на зеленых РДДшниках появилась это гейзер. На зеленых РДДшниках. Сдох судорога только. Метка вон в рейде появилась на ком-то ниже. Вот они поделили урон. И сдохло три тела. Очень смешно, блять. При том, что это два хила и ПС. Ложимся, падаем. Бегите или умрите. Выходите, падаем, сбегаемся. Падаем, да? Да, конечно. Влажный, ты-то отдупляешься? Или вообще похуй? Как у тебя? Вон там брейн заменил. Да, вот именно две метки рядом. А, это же тоже надо объяснить. Ты чё, нахуй? Это я долбоёб, показывается. Ты чё, это же я, блядь. Там замена плюсует. Сейчас какую-то замену возьмем. В рей, нахуй. Со своим магом нахуй заебал. Лети к инсту сам. Понял, не люблю щиты, блять, заебал ты всех. Да блять, мне как-то не привык к такому количеству магов. Кого свичнуть нахуй? Дисгрейси, да можно свичнуть, я буду очень рад. Да я вот. Или историю. Или он Хайрина бросится. Поле дринк может почилить. Да, блядь, давайте хули вообще не пойдем нахуй. Чё, ебанулись, блядь? Вот на связи чилит.
А остальные играем дальше. На связи в это портал ставьте, смотри стрим. Так, хукмастер обратно в ДД, опять потанчу я. Протанулся на связи? В Рэй перебежал в инст? Да, да. Ой, ты сейчас танчишь, я что-то... Да. Пускай дамажит. Ну, сейчас, значит, ну, любые... На гейзере будет три тела умирать, нахуй, все, стопаем, сразу будем падать. И посинение. Этот, кто там? Сбегайте, суммоните кто-то в Рэя. И ты прилетишь к нам, приедешь. В Рэй ты едешь, нет? Он от Алгарони показывает. Ну, уже почти прибежал. Тогда ставлю рыбу пока что. Мастер в ДД обратно. Теперь нюанс, от которого вы сейчас сдохли. Две метки. Если в одной точке будут вот над головой метка у вас, одна, она на 70 тысяч взрывается. Если вы вместе две сведете, блядь, то там уже, сука, будет 140. И там, чтобы не сдохнуть, надо 10 человек, нахуй. Это так, для справочки чисто. Поэтому, если две метки появляются, делимся на два компа, если там люди, которых надо спасти. И немножко отходим, ну, к стене, к той стороне, вот где кружок, туда ближе. Чтобы эти лужи, которые вы нальете, не мешали вам дальше стоять и босса бить. Ну ясно нахуй. Ясно, блядь. Почему справа наоборот сбежали? Им похуй, значит, на вас, вот кто не сбежался. Но судорога на гейзере это вообще пиздец. Если ты видишь, что не убегаешь или ну ты поздно побежал, блядь, ну нажми тучку, блядь. Вообще тучка на метку надо оставлять. Ебать, я в ахуе, блядь. Ты, надеюсь, больше магом даешь, чем шипешником своим? Сейчас стрим смотри, этот самый, кто он на связи. Сосредоточиться надо, короче. Тебе надо будет так танчить. А кто у нас там, блядь, чё у нас, сука, ни одной замены никакой нету. В инсте, а это все первый ряд. Ну никого вообще нет. Это пиздец хуёво, конечно. А кто это? РДД 14. Так, проверка. Кто-то в мели должен уйти. Давайте. Первая, вторая здесь. И этот самый Инсика. И кто там еще? Кто-то пойдет сейчас. И на связи, да? Хэлла, пойдешь ты, наверное, с фиолетовой меткой прыгать. Хорошо? Давай. Беги сюда. Остальные все 13 там стойте. Там хилы я, блин. Можем ханта взять. Хайрину заменить, он просился на замену. Давайте уже убьем, блядь, пизду и пойдем. Сейчас будем гулять. Рарник, ты тут? Я Рарник. Да его чё? 5, 4, 3, 2, 1. Вот смотрите метки в мелизоне. Только в одно место их не поставьте, бля, иначе пизда будет. Поставили. Бичи, сука, нахуй. Вообще невменяемые, нахуй. Вам объясняешь, вы не слушаете нихуя. Я подложным был даже.
ПК играем. Несика, я не удивлен, нахуй. Стрим, блядь, пиздец. Захильте только этих живых миликов. Прист, ближе стань, лыжу разольешь, мы вайпнемся. Ну, похуй ставит, блядь. Понял смысл на связи? Захильте, захильте рейд, захильте. Миликов, пол хп нету у миликов, подхильте их. Ну подхильте еще. Че там метки? Нуральный к баблам есть. Обстрел, смотрите, не словите, сука, луч противоположный. Берегите. Дохуя мертвых просто, дохуя нахуй. Ай, сука, ебаный рот нахуй. Не знаю. А вы в рот. В рот того. Кому-то даже весело, блять, в такой хуйне. Ну, вам тоже в целом пройдёшь, сегодня весело всем будет. А то вообще, это вообще пиздец. А, грустить-то не надо. Хули грустить-то. Хули ДЦ, слишком близко стоишь. Люди же научатся. Вот смотри, посчитай ДД сейчас. Два ДК, рога. Два ШПшника, мага, лем и сова. Я сейчас умру, блядь. И 8 лямов, нахуй. Я жёсткий, я выжил, блядь. Сука, я даже не знаю, нахуй. Ну это по-любому не убьем, нахуй. Че, 7 лямов? Да убьем. Вы пробуйте, хули, да, давай по-любому посмотрим. Убьем, блядь, хули, мы же можем, блядь. Мы же сильные. Ну, Геру хотя бы себе дайте, раз, блядь, свою слили, но... Да, Гера там дебафает, все, когда, блядь. У кого? Да. Только что прошла Гера. Как он здесь висит? Дебаф он висит 10 минут, Гера еще. Ну, все правильно, вот только что дали Геру. Ну, перегрузка метки, нахуй. Я умру, пойду. Суицидим, что ли? Ой-ой-ой, меня идет бить. Меня идет бить, блядь. Падла. Да тут две метки во мне взорвали. Ложитесь. Хули, блять, охуенно, нахуй. Хули, танк слабый, не выдержал босса. Бичи, сука, как вам не стыдно, нахуй? Давай еще вас спекнуть. Прошибает, что пиздец, хилов не хватает. Спекайся в хила, ты дохнешь все равно, как бич бесполезный, блять, хоть массакра будет. Не, ну если это так, нахуй, ну как ты дохнешь, вы просто расскажи, блять. Только не говори там, блять, я отпрыгнул, но сдох все равно. А че вы думали, блять, за мили-дэ-дэ легко играть, что ли? Ну, чё, я, если я не дал, две кнопки тыкать. В натуре, думали, не... за вас все сделают, да? Это вам не АФК, нахуй стоять в РДД-зоне, блядь. Две кнопки тыкать. Вот, сейчас в хиле побьёшь. Пизда просто, блядь. Холи ДЦ, ты раздупляешься вообще, что происходит? Вот эти трои, ну, знания появляются? От чего нельзя сдыхать? Вот, надеюсь, у всех так, вот как у него. Блядь. Бля, ошибка вылетела. Сейчас зайду. Да, к слову. К слову, сейчас, причем здесь вообще 174 маг. А если вы, блядь, бичи, нахуй, сколько у вас, блядь, 15 человек не сдохло, то, блядь, можно было даже спокойно идти 174 магом. Кстати, уже 210 у меня. Так вот это если, оно так. И есть камень преткновения, понимаешь? Вот это если, нахуй. Блядь. Это называется, знаешь как? Это называется авось. Это называется на удачу. Это называется звезды должны сойтись. Так я про что говорю, что, блядь, надо бить, пока нахуй все 25 человек живые не будет. То есть, вот мы том, тем и занимаемся, блядь. Убивается босс, блядь, тогда, когда нахуй опять живые остаются, блядь, одни и те же люди добивают его, остальные так ничему не... Они сдохли вначале, провалялись нахуй весь бой, а потом, блядь, просто получили шмот с босса. А босса убивать не научились, потому слушай, что за них нахуй, блядь, все сделали, вот, блядь. Вот сейчас конкретно, вот за этот трай, вот у кого-то есть, ну, у вас же память есть, да, вот в голове. Вот сейчас я особо не отслеживал, я, ну, танчил, я стоял у стены, там, лужу эту прожимался, там, блядь, отводил собаку. Вот кому сейчас ебать ГП, вот, чисто за этот рай, вот, кто полный долбоёб? Мне!
Мне ибо не надо. Вот кто отличился? Ну, тебе, блядь. Вот видишь, вот поэтому нахуй они и будут падать до посинения, нахуй, пока им наказание не придет. Вы не хотите говорить, вот и падайте вместе с ними, нахуй. Ну хочешь мне. Я не смотрю, я домашний, я не смотрю. А хули я тебе кину? Ну, у тебя как. У тебя тут ни ГП, ничего нету. Вот тебе ГП, блядь. Вот история. Ой. С мастером сбилась. Че? Хэлло, так же в миле. Да. Ну, я просто сбежал с подметку. У нас, кстати, один РДД, надо кого-то поменять. Или вот ты в миле прыгай, так и продолжай, да, только в стороне ромбика. Ты пожалуйста. Ты, Хэлла, хиль кого-нибудь, не знаю. Мертвые валяетесь нахуй полбоя. Там человек не прохилил, сдохли, ну сейчас посмотрим. Вот их как раз и прохилишь. Так. Ага. А, рарник отсутствует. Ты встал на секунду, похилил, дальше бегаешь. О, нихуя, мне серболик попался. Приятно. Рарник. Бля, и только мне дал ГП, нахуй. Приятно. Ну, я про это и говорю, блядь. Вам похуй? Ну, а я чё, нахуй? Вот я про это и говорю, нахуй. Вам похуй? Не хотите, я не буду давать, нахуй. Вы думаете, никто виноват на этот рай, кроме Квинсики? Вот сами думайте, нахуй. Вы же молчите, я же спрашиваю, кому въебать ГП за этот край. Похуй, да? Не стой, пожалуйста, у РТДшников в спине, но не запирай ты их, думаю. Вообще хил должен вперед стоять. А РДД сзади. Ебаная ты мышь, блять, опять каз сбил. Что это на РДДшниках было, да? Да. Да. Молодец с него. Хорошо, что написал. Там и так видно. Я постараюсь за этот рай кидать, похуй, даже если босса сорвут. Бегите или умрите. Да, все повис. У меня тоже иногда. Да. Развисай. Ой, ёбан. Да я уже сдох, хули развисать. Вот смотрите, две метки в мизоне. Давайте придумайте так, чтобы в двух пачках разных этот урон поделился, а не в одной нахуй. Не знаю, что-то получилось у вас. Там, короче, лужа невидимая. И хуй на нее, блядь. Думаешь, невидимых луж боимся? Нам вообще похуй. Мы щели видели. Потому что мы банда, блядь. Знаете, почему нас не забодали? Надеюсь, он кусок мяса этот не будет обходить. Рарник, как? Как Рарник? Да, мне либо идти умирать, либо идти конфликт ловить. Тут мастер как? Обстрел шквалный, смотрите. РДД что-то близко стоит слишком. Влажный нахуй. Холли ДЦ близко подходит, конечно. Блять, как хилить нахуй. Знаю, как вообще играть в игру нахуй. Сложная такая, пиздец, блин. Падаем, да? Да, конечно. Мне кажется, влажный не отдупляет. Холли ДЦ тут ну просто бесполезно, не знаю, блять. Важный, ты, ну... О, сука, держите меня семеро, ебать его в рот. Ну как так-то, нахуй? С метками убежали в угол, тупо не добежал. Хорошо. С метками бежали в угол. Во-первых, не надо с метками в угол бежать. Вот вы на зеленое, вот у вас... Вы когда бегаете, на вас стакается хуйня. Если 3 стака получите, вы будете дезориентации бегать. Ты, видать, так словил эту хуйню и сдох. Вот, поезда. Да. Если много раз говорить слово поезда, будет пизда. Ну, в принципе, что у нас сейчас происходит?
Биг Дэм, у него просто, понимаешь, у него истерика из-за того, что нахуй мы здесь сидим, вместо того, чтобы синдрулича 10 гер убивать. Там же IQ-то побольше у людей, блядь, чем тут суммарная, блядь, сегодня. И еще и Лану не забывай. Да Лана хули там Лана, она, блядь, сотрется просто в порошок, нахуй. А хули вы лежите, блядь? Биг Дэм, вот что ты лежишь, блядь? Вот он, уже всегда, он всегда лежит. Чайку. Вот по, рыба стоит. По полу ну, катается. Надо есть рыбу уже, давайте ешьте быстрее. Просто пресс медленно бегает. Зато, блядь. Давайте, смотрите, кто там, нахуй, у кого времени побольше, кому полегче играть. Смотрите, кто сейчас будет какую хуйню ловить. Вот я конфликт увидел, кто словил. То, от чего сдыхают гейзеры, блядь, вообще нельзя сдыхать. Лучи нельзя ловить, нахуй. Рарник, блядь, ты не должен сдыхать. Ну как так, блядь, ты тут не первый раз. Пиздец. Я говорю, у меня был выбор, либо умереть, либо конфликт. Да, и РДД, не подходите слишком близко. Вот, подделённая комната, вот, где собака стоит, вот, поделите ее пополам, вот, вы сюда за эту ногу не должны заходить. Даю в том, или в том случае, то есть, если мы уходим туда, прям вот, в самый край, тогда вы можете сюда прийти. Даю. Маги, уважаемые, дайте им ну, пожалуйста, блядь, все равно лежите полбоя, блядь. Дайте хоть подамажите. На связи ты там продупляешься в этом в стриме? Да смотрю, смотрю, я вот эти четыре фиолетовые вот это вот, на земле бутылки. Геру, дайте. Ты ловишь и потом вводишь. И смотри еще раз, раз не понял. Не, я вижу там четыре бафа на тебя появляются. Да не надо бафы считать, ты просто смотри, вот если мышкой наведу. Посмотришь на секунды. Вот гейзеры на миллиган, да? О, никто не сдох. А, вот сдох. Изгрессит. Блять. Поздравить тебя надо, да, братан? История как? Че это было? Метка? Мышку навел, видишь, секунды? Вижу, вижу. Теперь вот что в рейде происходит. Вы умрете. Кто это словил? Быстренько, кто сейчас словил конфликт? Берегитесь. Всем похуй. Да и сидите нахуй дальше. Он сейчас кончится, бой, могу что полученный урон. Ты про нее говорил, да, на пятой секунде жать. Если это блиц, вопрос. Вот фрозен, блядь, словил конфликт. Будет фрозен, да. Да? Да. Может быть. Может, может. Вот что я вообще. Эй, я. Ну ладно. Ну вообще как бы маг. Какой? Да, вообще маг. Какой маг? Эй, я. Ну я смотрю урону по рейду. То есть там 117 тысяч. Не-не-не, там... А, не, я маленько не там посмотрел, да. Наебал, наебал. Ну, я потерялся, нахуй. Я дамажил, но некуда тут... А чё вы говорите, что я, нахуй, если ГП дал, блядь, уёбки? Нихуя вы охуели, блядь. Нихуя. Я вообще в ахуе. Я себе ГП дал, ну ладно. Метки, метки. Да не, я не туда посмотрел просто. Ебать. Падаем опять. Вы умрете. Кто это был? Хуйня, почему, блядь, не намазал нихуя? А, вот кто это был. Мне вот интересно, вы. Ну, вам самим не хуёво от того, что вот так вот все. Вам самим не хочется сыграть, понять, нахуй. Может кто-то. Блять, вы вообще можете спросить, нахуй? Ну вот как? Я влево не понимаю, у меня не получается, у меня, блядь, перс не бегает. Ну сука, ну что-то, спросите такое, чтобы, блядь, закрыть это говно. Почему вы как. Я почему вы молчите, нахуй? Почему такая хуйня, блядь? Вы что, не хотите убить, или вы вам нравится падать? Вот это говно вам нравится вообще? Вот это слушать, вот эту хуйню, блядь, в свою сторону?
Вы подраздуплитесь, но это же в ваших руках, нахуй. Я еще раз говорю, этот босс, я вам за ручку не проведу вас, нахуй. Вы в меточке тут не побегаете, сука, 1, 2, 3 не потыкайте. Тут надо, блядь, смотреть, нахуй, тут надо реакцию, нахуй. Тут сначала надо выбежать с гейзера, потом дамажить 15 секунд, потом опять смотреть под ноги, потом, ага, выбежал с гейзера, дамажишь, ага, меточки в две появились, значит, одну надо сбежаться, ага, одну маг вынес, блядь, глыбу поставил или тучку, нахуй. Надо все это видеть, надо видеть все, блядь. Вы думаете, РЛ это, ну, в силах озвучить кто-то вообще, вот из тех, кто сейчас в рейде, в силах озвучить, что кому делать, каждому персонально? Нет такого, и такого не будет на этом боссе. На Джане такого тоже не будет, нахуй. Эй, еврей, обменяйтесь МК, я в этом, да, бигдему. То он, блядь, проклянет нас скоро, нахуй. Блядь, сорян, чуваки, что с гор света звонят, сейчас, секундочку. Раз уже там нормально проклянет. Сейчас свет отключит. Нам свет отключит. Алло, здравствуйте. У вас тут сильное возгорание? У вас все хорошо? Ну, она же есть шамановский потом, да, на скорость. А на прошлом трое кто-нибудь может объяснить, меня от чего убило? Кого? Кого тебя? Кого? Сейчас я посмотрю. Сейчас я открою рекаунт. Он этот поймал, поезд. Какой? И Неола, который? Если Холи ДЦ, то он поезд поймал. Нет, наверное, не Холи ДЦ. И не Ола, ты же ДЦ, правильно? Нет, я Холи ДЦ спрашивал. Но я вроде бы не ловил поезд, он же обычно подкидывает. Ну слушай, ты в Холике сейчас? Да. У меня нет деталей смерти, ничего там не подкидывает. Ну вот луч, если ты ловишь, да, он откидывает на 5 метров или на 10. Сдох, ну, значит, нубас, значит, сдох, значит, неправильно стоял. Я тебе еще раз говорю, ты на звезду смотрел, ты видел, когда, в какой момент он выпрыгивает с лучей? Там же, блядь, на полу начерчено, вот сначала лучи появляются, значит, там, вот где начертились они, цвет вот этот появился, там будет проходить хуйня. Она проходит, звуковой сигнал такой, ну, может, вы без звука играете, я хуй знает, может, он заебись так. Проходит звуковой сигнал, и сразу появляется цвет на том месте, где вы стоите, где было пусто. И вы сразу делаете прыжок в ту сторону, где прошла эта хуйня. И все, и потом через секунду проходит оттуда, где вы выпрыгнули. Значит, ты что-то не так сделал на этом моменте. Ты не вдуплил, как делать правильно. Не понял нихуя. И сдох, как бич. То есть, получается, ты бесполезный. И все, кто сдохли, блядь. Песа тут уже, да? Бля, Песа хоть бы сказал. Все готовы. А, да, блядь, да я думал, ты реально поверил, что с гор света мне звонят? Да, да, я думал, по телефону ты говоришь, блядь. Ладно, понятно, блядь. Да, весело вам, ребята, совсем. Вот мне не весело нихуя, вот, ну, честно, блядь. Сейчас у кого-то очко сгорит, будет по видео потом смотреть. Я всем въебу ГП, кто сдыхал, нахуй. Прям всем, блядь. Тут на моем вуду все видно. Кто чего ловит, блядь. Кто первый сдыхает, кто последний, блядь. Ну, если такого человека не будет, будете сидеть вот как начислил, так начислил, блядь. Если хотите молчать дальше, молчите, блядь. Первый гейзер сейчас на ком были? Не были? Не были? РДД. Они выжили, да? Ну, это уже хорошо. Метки под танк. Охуеть, конечно. Да. Танка не уважают совсем, блядь. У меня не ЗКС. Бегите или умрите. Консилятор. Конкретно ты, бичуган, сейчас конфликт словил. Значит, ты словил луч противоположного цвета. Понял, консилятор? До этого вроде не косячил. Или косячил, но я не замечал. Так, уже лучше, один мертвый. 50% у босса, играем. Все то же самое по кругу будет. Бать гейзера, да? Давайте там повнимательнее. На ком сейчас были гейзеры последние? РДД. Умельники, значит, готовьтесь. Очко заготовьте свое. У меня массейва нету. Если что, у Инсики. Инсика дашь массейв на гейзеры миликов. На всякий случай.
Давай, Антика. Захиливаем. Метка. Я сдохну. Бабла нету. Пускай лучше сдохнет, да, чем все. Баг какой-то, прикинь. Святос, нахуй, конфликт. Гимн на хп быстрее, присты читаем. Быстрее, быстрее захиливаем рейд. Ага, блять, там хаст сгивал, хуйня такой жопа. Не повезло, да. Ну сейчас уже побольше живых уже можно добить. Сейчас подальше отведу. Да это победа. Да нахуй, лучше хильтесь. Хильте другой хилят. Там близко Биг Дэм, нет? Хильтесь, сука. Хэлла, хиль себя хотя бы. 4 ляма, не сдохни. Еще можно вайпаться легко, нахуй. Не думайте так. Да идите нахуй с метками. Пожалуйста. В сторону, блядь, куда-нибудь. Лечи себя, лечи, не бегай. Он дал мне зыбку прощальную, нахуй. Первый коронный, второй похоронный. Короче, прикинь, какая хуйня. Я вот сейчас шаманом метку выносил, тебя будет. А с меня она просто слетела, даже дамаги не нанесла. Кому там руки надо? Коледринку. С какие тебе? Это магу бы. У нихуя две, даже две. Ну, который с чаркой на мишку, давай мне на мишку. Хорошо, тебе сила так и тогда. Не мишка, это котовская чарка. С чего бы это мишка? У Мишки, да, тоже, по-моему, разорвать есть. Нет, у Мишки разорвать. Он не шарит просто. У Мишки расти разрать. Это котовская, это левая, если удиковая. Да, блядь, я вот хуй знаю. Кота, кота все равно нет. Этот посох. Че ты говоришь, посох? Я бы взял себе этот посох, он потом апаться будет просто. Я брателло, вот у меня Песа хотел этот посох. В этот я раз... заебался отдавать этот посох. Я в этот раз, в этот раз, я в этот раз ему отдам, потому что он уже сколько их отдал? Штук 5, наверное, да? 4. 4, вот видишь, 5 твой. Ну вот, видишь, блядь, не дают вещи вообще. А ты и так 30-ку дамажишь, заебал. Хожу, хожу, блядь, а вещи не дают. Ёбаный рот, нахуй. Тут блядь. Хотя бы понять, что типа, ну 100 гп посох, ладно, заебись. Не-не, Песа, это если твой, бы я, не получить. Я уже запомнил, нахуй, это же пиздец, нахуй. Сколько ты их проебал, этих посохов? Так, а это что выпало вообще? Ткань, дух, хаст, голова. Слышишь, он в календаре отмечает, когда посох отдал, блядь, взял и обвел кружочек. Галочку такой поставил. А там просто подряд, нахуй, месяц надо, и все. Запы с рейтингом крита. Духаст, если что. Надо кому-то. Духаст. Кожа, кожа, кожа. Равиз, да? Вот у меня, кстати, такие на сове с критом хорошие. Духаст ми. Духаст ми. Так, это... Кто там Холидрин, да, говорил последнее? Ну, кто-нибудь в танк, давайте, пошлите трэш, Вич. Витори, давайте быстрее уже, блядь. Да, Витори. Нет, да. Делай. Целка, прокуратуре, блядь. Целка горит, ёбаный. А какое нахуй же целка, уже спать охота будет пойти. Какой блядь. Спать нахуй, сейчас работать будем до утра нахуй. Работаем, блядь. Его на врот нахуй. Ровись тебе нахуя. Слышь, уже привычка, уже на мобиль двигаюсь, блядь, постоянно. Точно тебе надо или дадим злобному? Ты прям уверен? Блядь, без... надо ТНВ настроить, и мне, сука, я когда кидаю звездный огонь, блядь, ну это чарка вижу... на кота, если что, а не на мишку. Когда Песа кидает, блядь, я путаюсь по скрытому, не забываю. На тракта идем. Так. На кого бог послал там? На Хэлла, по-моему, послал. Сика, чисто для тебя повторю. Я переносил спек кота с третьего на вторую, чтобы каждый раз не тратить камни. Все. Я тоже, кстати, как-то так делал на туре. Пау. Да, если я сейчас... бы, кстати, вот свои 100 гп бы оспорил. Но не буду. Не надо. Я это... Да, да просто яйца почешу, блядь, не потому что они, блядь, знаешь, там болеют, а потому что они есть, нахуй. 100 гп, по сути. Хуйня. Вот это правильно. Да, уважуха. Не, я говорю, ребята, ну, типа, я тоже, блядь, не супер-робот. Мне, понимаете, чтобы, ну, вот по ходу дела, вот именно вот когда вот идет трай, и чтобы дать гп, это не нужно, ну, нужно не танчить хотя бы, потому что танчить, это, ну, это, блядь, не АФКшить стоять, нахуй.
Ну да. Я не могу и то, и другое делать, нахуй. Ну, давай кто-то будет и хилить, и дамажить одновременно. Вот там бигдем, давай, блядь, 10 хпс и 30 дпс. Дашь, нахуй? Нет, не даст, конечно. Два дела нельзя одновременно делать. Накидывать, накидывать. Нет, я имею в виду... Я имею в виду два дела одновременно делать. Ну, я не робот же, нахуй. Давайте, вот, ну, так, по чесноку, нахуй. Если въебать 7 гп по чесноку, каждый, кто давайте прям каждый... Давайте же это, блядь, босса бить. Вот, видишь, понятно, вот, боссе, вот видишь, блядь, в чем загвоздка, блядь. Кто-то гп получил и говорит, я это могу оспорить, блядь. Вот, а кто-то гп получил, ну, он даже не понимает, за что он, нахуй, получил, блядь. Допустим, рейдер. И никогда до этого не дойдет, блядь. Да, спасибо, что напомнили. Вот рыба. Или не надо рыбу? Да. Так, в шестого хила, значит, Хэлла спекайся. Кто там еще у нас? Так, давай что-то тут посвечаем. Так, допустим. Так. Ладно, похуй. Хэлла, шестой хил. Так, кого-то выкинуть. Давай инсику выкинем, мана бесконечная. Если что будет атемы ставить, то у вас он на пятую пати. Не, нихуя. Нету у меня маны. Ладно, тогда хули ДЦ выкинем, да? Нормально будет. Я под первое дыхание сдам МА, холидрин. Угу. Значит, на заходе в бублики сейф мой и Шектора. Инсика свой на усмотрение оставляешь. Ой, это не то, не смотрите, не тыкайте ничего. Это, блядь, я мискликнул опять. Вот, значит, звездочка и кружок выносим этим. Ну, не конкретно в метке, а просто в стороны, просто с решетки выносим проклятие. Милики то же самое право-лево из-под босса выносите. Это после 50% будет. Так, и это. Гимны на ХП. Значит, бигдем на свое усмотрение. Судорога тоже на свое усмотрение. Холи ДЦ скажу тебе. В конце это готовься перед бубликами или после бубликов скажу на ХП. Или на дыхание какое-то. Идиола тоже оставь по команде дашь. Так, проверка. А это есть саппорт? На дыхании 5-секундная вот эта хуйня каст идет. Все друг друга хилим. Совы дубовые отжимаем, себя хотя бы хилим. Маги щит маны нажимаем, похуй на то, что маны не будет. Все кастуем, все хилимся. Ой, Рарник. Аж мне истерию спала. Хорошо. Ульдегрейс. Рарник, ты тут? Рарника нету. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, лицом туда буду держать. Не знаю, султан. Сейчас это закроем, посмотрим. Надо на груля еще попробовать сходить. Берегитесь. Черный пол, если что, вот это параша, с него выходить надо. Ну нахуй. Злобные водиконы ресы. Водиконы Эю ресишь. Провис бигдема ресы. Ну быстрее только. Злобные водиконы, водиконы Эю. Провис бигдема. Где прием? Раз, два, три. Вот. Эю. Захильте их. Сейчас дыхание будет. Шалфир на ХП. Судорога на ХП давай. Пизда, сейчас сдохнут все нахуй. Ёбаная залупа. Влажный вставай. Ставь тотем. Судорога гимноману. Злобный инер по влажному. Уже залил. Хорошо, БРов больше нету. Это черти бегут. Ну свято скак нахуй. Так, бигдем, готовься, на следующее дыхание на ХП будешь давать. Уйди с лужи. Ну не стой ты в лужах. Это, милики, заешьте сферы под нами, иначе мы сдохнем нахуй все. Зауешьте их быстрее, дамаг большой идет. Геру, давайте. Выйдите с бубликов. Вот хорошо, что вынесли. Так, бигдем, готовься на дыхание давать эту хуйню. На ХП. Блять, влажный еще раз дух. Давай, бигдем, давай. Захилим, захиливаем. Более-менее. Еще, наверное, одно дыхание. Вынести проклятие, вынести. Или зона
Милики, выйдите с проклятием отсюда. Готовимся скоро заходить, бублики будем. Ну ебаный, я сказал, вынеси, милик, нахуй. Ты принес прям сюда, нахуй. Выходим с пола. Готовимся заходить. Дыхание, даю незыбку. На хп давайте все, все присты, кто же быстрее на хп даем. Быстрее, 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 нахуй. Два ляма, хуярим. Ну, он не будет ходить. Это, готовьтесь, если что, в бублики заходить. Вот в бублики заходим. А, там Шектор уже сдохший. Ну, заходим, пробуем, кто выживет. Теперь выходим и дохиливаемся, как можем теперь. Все сейвы свои отдаем. Сейчас я войско вызову, блядь. Давайте. Еле-еле, нахуй. Просто пизда, еле-еле. Нихуя сколько, смотри, ног, нахуй. Ебать. Сука. Вы видели это? Просто все для друидов. Ебануться, нахуй. Каждому по паре, нахуй. Сука, я вспомнил ведьмака, нахуй. Причем две с чарками друидовскими. Я вспомнил, как Талер троллям говорил, каждому по две пары из вас, это, козлоёбы, говорит, упрямые, блядь. Ага, и двое ног с одинаковой чаркой. Хорош. Так, что это? На звездопад. Да, там двое. На звездопад. Охуеть. Ну и кому надо? Ну, мне не надо, у меня они есть. У вас у всех троих есть, да? Охуеть. Я себе с десятки выбивал и апал. Дисгрессит будешь забирать на звездопад, нахуй, на рогу? Вот я бы от пояса не отказался. Так, когда я холидринку на расколу? Забираю. Сейчас посмотрим пояс. Так, а вот это по 320 надо кому-то с вас? Короче, злобному все ноги скину. Потом это... Если что там, две чарки и 320 на... Так, а пояс на СПД? Кто моба привел еще одного? Я. Ничего то, что ДД танчит. Танков-то нет. Так, я думаю, не Оле лучше отдать эту хуйню. Не против злобной? Она все-таки... Ну, он мимо меня уже раз 10 пролетал этот пояс. Ладно, и не Ола тебе не к спеху. У вас же, блядь, у вас же есть, ебаный, вроде пояс. Не, просто что ее можно покрутить, эту хуйню. Блядь, там есть же, блядь, пояс, по-моему, кожаный падает на этих, на ваш, на кастеров, или нету такого? Нету, нету, не, кожаного нету. Не, на кастера нету. Дело не в этом, дело в том, что чарка, там крутится, если она будет крутиться на ДЦшнику. Да какое там чарка, блядь, на СПД, нахуй, ты ДЦшнику даешь, и надевает этот у него бисовый пояс. Ну блядь. Вот, я про это и говорю. Короче, не Оле лучше закину. Не то, что по статам нормально, это понятно. Но лучше ДЦшника. Может, он когда-нибудь чарку сделает, крутанет. Может, чарки реворкнут. Может, он будет крутить его потом. Да и у него пояс хуже намного. Давай, Неола, чтобы там камни были нормальные в этом поясе. СПГ. Что, так же в 6 хилов? Да, так же остаетесь. Чтобы... Имейте в виду, блядь, если фир, вы отворачиваетесь. Не хилите, там исповеди не кастуете, блядь. Поставь рыбку. А, хорошо. Сейчас подбегу. Ты не ролил чарку? Че ты говоришь, дисгрейсит? А по ДЦ не брал пояс или что? Нет, ты не Ола тыкал. А я холи ДЦ не знаю, у тебя дон вообще есть, я что-то не видел. Ты тыкал что-то на пояс? Холи ДЦ там, наверное, свой какой-то хороший есть, ну-ка. Ну, вон у него, смотри, ну там хоть камни есть нормальные. Ювелирные. Ну, пойдет на первое время, что? Ну, в следующий раз упадет, заберешь. Да, бля, злобные, просто это ткани, это им лучше, блядь. Они же не возьмут твою кожу, блядь, понимаешь, в чем фишка. А с этого башка падает танковская? Со всех падает. Со всех любой лут может выпасть. Хуй там. Готовьтесь. Ну, то есть с этого же тканевые сапоги не выпадут? С Каганашем. В Рея забаф эти бигдем, рарник вы тут. И влажный. Рарник. Бля, рарник. Что-то как будто у него какая-то работа. Он хуярит, там что-то делает, блядь, всегда мне так кажется. Рарник, прием.
Мне как дела? Вот что ШМ делает с людьми, блин. О, очнулся. Значит, так, да я чё? Я не сплю. А, кстати говоря, Холи ДЦ и Неола, вы диспелите. И Судорога, Биг Дэм, Песа по разу, и помогайте им вас диспелом. По разочку. Метки выносим. Диспелим эту хуйню, эта дотка усиливается со временем. Отвернулись. Отбежали. Ну хукмастер, блядь. Пизда, все повисло, блядь. Заебал этот фирус. Ну, развисай. Метки выносим. Скоро фир будет, готовимся, отвернулись. Прям под босса нас захилите хулидринка. Ну, блядь, не виноватая я. Чё, отвести там под боссом хуйня или чё? Да. Теперь нормально? Сдвигайтесь, хилы, чтобы доставать на меня хилить. То я сейчас сдохну, нахуй. История, не сдиспелили. Диспела нет. Консилер, не сдиспелили, нахуй. Сука, бичи, нахуй, диспельте людей, блядь. Алло, ну я вас же попросил, блядь. Отвернулись. Судорога вихрь. Что, отвернуться не получается или что нахуй? Захильте этих бичей, блядь, а то мы хуй убьем так. Сука, диспельте магию, дотка, она усиливается, сука. Что непонятного, ебаный в рот. Пиздец нахуй. Отвернулись. Да ну нахуй, блядь. Никто не словил фир. Захиливаем, диспелим. О. Метки выносим. Три БРФ КД, больше никто не падайте. Коль ДЦ еще сдох, поздравляю, блядь. Пять хилов имейте в виду, блядь, вас пятеро. Отвернулись. Блять, рано повернул. Захиньте хулидринка. Хэлла, ставь тотем, Пэса гимноману. Вадикон по влажному, злобный по Хэлла. Диспельте с дисгрейси, десеи, со святоса. Ну быстрее, ёбаный. Кто там по одному с вас диспелит, блять? Помогайте им, ёбаный в рот. Святос и Нёла метка, блять, видим? Отвернулись. Заебал ДБМ пиздеть. Диспельте с людей магию нахуй, она усиливается. Метка, метка. Метка чё, в рейде или чё? Ну выйдите оттуда нахуй. Магию диспельте быстрее. 4, 3, 2, 1. Влажный сдох нахуй, пиздец, блять. Отвернулись. Я завис. Вы умрете. Захилите в Рея, блядь. Ну глыбу нажми, нахуй. Ну что ты, блядь? Пиздец, блядь. Вот потому такое отношение, потому что, сука, сыграть нормально не можете, блядь. Вот чайник. Чайник называется, это пиздец, это вообще хуево. От чей не называется, это те вообще красавчики, блядь. Тут не косячит. Всякие ваши Опа, маги. Опа, ачивка. Ася. Опа, вот это тело прям с чаркой хорош. Сука, как этот... Это шо это? Это прям та чарка, которая нужна была. Что это выпало? Ладно, сейчас посмотрим. Топор. Сейчас не ливайте, только спать я и подам. Сейчас поищем. Ну, кружок такой, короче, вокруг тебя появляется. Сейчас по скрину я поищу, кто на магике первым был. Сейчас грудь магик, груля точнее, попробуем добить, слетать. Так, вихрь жму. Так, а второй кто? Инсика мимо. Вихрь жму. Забирай топор.
латы с критом на холипала получается, кому надо. Перчатки. Неси-ка, забирай. Кольчуга. На ферма. А что это, быстрина? Это с лужей, которая, да? Или что это? Это вообще? Да, это вокруг тебя такая лужица, короче, появляется. И типа подхиливает. Тебе надо, да? Да, ну да, да, я ее реролил. Ой, не хочу больше реролить, если она выпала. Угу. Пояс. Вот это что? Это который ауешный, да? Вот этот, как он там уменьшает весь? Магический Арбу. Урон. Магический урон. На кого он вообще идет? Танк. На мишку, типа. Медведевский. Руги могут реролить свою чарту. Медведи могут реролить свою чарту. Холи дринк есть на тело 15 ко всем? Чар... Вот, ну, эти ингры. А палы есть, тоже там есть, могут ее взять. Вадикон вот сотку нажал. А я так просто показал, что могу забрать. Если там кому-то надо, отдавай другому. Я злобно тебе так... надо? Пока только. Нет, у меня лучше есть. Слышишь, Войт, кинь епшку, пока все не разбежались. Сейчас уже две шмотки осталось. Хульдрин, тебе надо это? Взял бы, потестить. Ладно, в Долоран прыгнул. Ладно, Вадикону тогда закинул и передашь ему в Долоране. Он. Ткань, что это выпало? Ну-ка, штаны, ожог, ответный, огненный шар. Так, это на мага что-то, да? Хорошее. Ну-ка, а кто там с мага остался? В огненной. А, и ледяной тоже. Где ком, ты где? А ну, чё? Камень юзуя, маг ушёл. А, им не надо, тебе надо в рейд, да? Ну хорошо, тогда да. Все, сейчас дам мне про. Так, сейчас далеко не разбегайтесь. Сейчас я посмотрю, кто там был на гэме. Скину скрин. А, сейчас, секунду. Посмотрим, получится у нас на груле собраться по КД или нет. А кем я там был? Я друидом был, да? Да, друидом. Сейчас пересоберу тогда. Спать и можете уходить, и типа, пойду. Спасибо. Ебать, мы тут прочитали.